будем делать в следующий раз? Следующее заседание у нас онлайн будет 21 июля, после платины тоже. Три темы: соцсети, структура контента вовлечения, организация дополнительных мероприятий, то есть смотрим подаренные на мероприятия, и волонтерство, как участвовать в больших, чужих больших людей в проекте. Я думаю, эти три темы тоже актуальны. Ну и пусть опять же отвечаем на вопросы, перезнакомимся друг с другом, и я думаю, что в онлайне нас будет больше, потому что не нужно будет прилетать в Москву, можно это все сделать из своего дома или офиса. Всем большое спасибо. Видео будет готово, я обязательно залью, dobrota2.ru. Давайте своим пересмотрим. Мы режем на куски видео, чтобы не одним блоком вам это все смотреть, а тематическим блоком. Нужно про спонсорство читать, смотрите про спонсорство, про команду и так далее. Смотрите сами, давайте другим смотреть, приходите на наши закрытые показы. Если вдруг у вас будет такая возможность, желание, необходимость, что-то законспектировать из наших видео, делайте конспекты, присылайте мне, я их тоже публикую на сайте. Я уверен, что не только вам это будет интересно, но и кому-то еще. Спасибо большое и до встречи.